Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как 100% быть богатым. То есть, почему люди не могут добиться успеха, почему не сбываются мечты. Конечно же, я вам ничего нового не расскажу, вы и так сами все это прекрасно знаете, но никто это не делает. И вот это вот видео будет подготовкой к следующему видео, к тем шагам, что нужно делать, чтобы 100% достичь успеха. Если вы думаете о богатстве, мечтаете, думаете, но чувствуете при этом себя бедным, вы будете бедным. Если мысли и чувства не совпадают, результата не будет. Нужно чувствовать себя богатым. Это очень тяжело. Я вам расскажу, как я это делал. Но сейчас я хочу вот сделать такое вот общее видео. Нужно чувствовать себя богатым, когда у вас нету денег. Вот все ваши мечты, всю визуализацию, все ваши цели нужно подкреплять эмоционально. И тогда успех будет 100%. И второй очень важный момент – это никогда не отступать, никогда не предавать свою мечту вопреки реальности, вопреки нынешней ситуации. Мышление – это самое главное. Я считаю, что это самая большая проблема. Проблема всех людей. Почему люди не богаты? Потому что не такое вот мышление. Неправильное мышление. С детства нам толкают в наших странах, в странах СНГ, неправильное мышление. Вот вы видите, никто сейчас об этом не говорит, как бы на других каналах, да, по заработку. Это корень проблемы. Если у вас не будет мышления, вам не помогут деньги. Понимаете? Это как течь в трубе. Вот у вас течь, у вас есть деньги, да, вы закрыли течь. Вы вроде бы проблему устранили, но проблема остается. Труба была дырявой, дырявой она и осталась, понимаете? Вы временно устранили проблему. Опять у вас течь, да? Вы снова устранили проблему. Но корень остается, понимаете? Что нужно сделать? Нужно поменять свое мышление. Нужно поменять трубу. Если вы приведете в порядок свое мышление, вы увидите, как кардинально изменится ваша жизнь. Конкретно моя ситуация, да, почему я пришел к успеху, я подпитывал все это эмоциями. Я просыпался с утра, когда у меня не было денег. Я просыпался миллионером. Я просыпался с мыслью о деньгах. У меня никого не было, у меня ничего не было, у меня была одна цель. Как-то выбиться, как-то заработать. Как сейчас помню, я говорил спасибо, я просыпался с утра и говорил спасибо, а сейчас говорю спасибо. Спасибо, что у меня есть 1 000 000 гривен. Я говорил вот так вот год назад. Просто говорил. И говорил спасибо, что они у меня есть, но я не могу пока этим пользоваться. То есть я говорил уже в настоящем времени. Также вот эта вот схема с кошельком, да, 100-долларовая купюра. У меня это видео есть на канале с книгами. Начните со своего мышления. Вот у меня в кармане есть соточка. Для чего я ношу эту соточку? Для того, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, нужно изменить свое мышление. Это во-первых. Нужно концентрироваться на деньгах, а не на отсутствии их. То есть представьте, что у вас 100-долларовая купюра, она бесконечная. Вы достали там еще одну, достали там еще одна. Идете, видите какой-то магазин, тратите деньги, тратите, тратите, тратите деньги. То есть мысленная подпитка, вот это вот эмоции, если они будут соответствовать вашим мыслям, вы 100% добьетесь успеха. Идете и тратите, и мысленно, мысленно прогоняете, прогоняете огромное количество денег. Дальше есть еще один очень интересный способ. Берете блокнот и записываете, на что вы хотите потратить деньги. Каждый день вы добавляете 1000 долларов. Можете это сделать все за пару часов. Первый этап у вас есть 1000 долларов, второй этап у вас есть 2000 долларов, на третий день у вас есть 3000 долларов. И так тратите. Вот я вот доходил до таких сумм, что я уже не знал, куда эти деньги тратить. У меня уже было куча островов, куча яхт, самолеты, корабли. Я даже уже планеты покупал. То есть мысленно тратил эти деньги. Конечно же, скептики скажут, что это все полный бред. Но это все научно доказано. Вот эти вот вероятности, они есть во Вселенной. И когда вы посылаете сигнал в квантовое поле, эти вероятности притягиваются. То есть куча есть вероятностей. Есть вероятности миллион в мире, что там метеорит завтра упадет, что вы завтра умрете, что вы завтра выиграете 1 000 000 непонятно откуда. Понимаете, эти вероятности есть. Они уже существуют во Вселенной, в квантовом поле. И вы это все притягиваете. И чем больше вы эмоционально подпитываете это все, тем быстрее вы это все притянете в свою жизнь. И что самое главное, это понимали все. Все люди, которые изменили этот мир,
я не знаю, там, Эйнштейн, Тесла, Ганди, они это все притягивали и управляли своей жизнью. Их величие заключалось в том, что они никогда не отступали от своей мечты вопреки реальности. Этих людей не волновало, как это произойдет, когда это произойдет. Они просто это знали. Они настолько были в этом уверены, и они добились успеха. Только благодаря таким людям, только благодаря такому мышлению вы сейчас всем пользуетесь в этом мире. Есть замечательная цитата Франсуа Гизо: «Мир принадлежит оптимистам, а пессимисты всего лишь зрители». Именно благодаря Форду, благодаря идиоту, с которого все смеялись, когда он выехал на своей первой машине, они сказали: «Да не смеши ты людей, да засунь ты свое изобретение глубоко подальше». И что сейчас? Сейчас все ездят на машинах. Благодаря такому безумцу, как Эдисон, у нас сейчас есть свет в квартирах, ему говорили: «Да закинь ты эту бесполезную идею, ну не работает эта лампочка, ну не будет она работать». Ему было абсолютно по барабану. Он знал, что она сработает, и все. У него было 40 тысяч попыток, когда эта лампочка не загоралась. Ему было наплевать. Он был абсолютно в этом уверен. Взять Ганди, да? Ганди, когда вот затеял свою революцию, у него ничего не было. Вообще ничего не было. Была такая плачевная ситуация, что было очень-очень далеко. Взять Жанну д'Арк. С этих людей смеялись, этих людей презирали. Взять Линкольна, но эти люди поменяли мир. Они никогда не отступали. Им было на это все плевать. Они знали и верили. И я знал, вы должны быть голодны. У вас должны гореть глаза, вам должно быть абсолютно наплевать. Вы знаете свою цель, и вы к ней идете. Это как в песне Стима. Мне было наплевать на все и наплевать на всех. Все, о чем я тогда думал, это деньги и успех. Я был голоден до жизни с глянцевых страниц. Я искал мечту, пока друзья искали шприц. И когда земля уходила из-под ног, падая, я продолжал идти вперед, как мог. Я учился быть стойким, как бы жизнь ни била. Изо всей силы, изо всей силы. Люди будут говорить, что вот сейчас мне это, да, все легко говорить. Но я через это прошел. Я был на этом уровне, когда был абсолютно без денег. У меня была только вера и была мечта. И я безумно хотел добиться успеха. Вот и все. Так что запомните, народ, самое главное — это мышление. Прокачивайте свое мышление. Вам нужно менять свое мышление. Вам нужно делать то, что вы никогда не делали. Поездки, путешествия, смена обстановки не дает вашему мозгу зацикливаться. И ваш мозг готов брать все новые и новые вершины. Если вы делаете одни и те же вещи, ваш мозг простаивает. Вы встаете с утра в одно и то же время, идете на одну и ту же работу, одной и той же дорогой, и по выходным в одном и том же баре. Ничего не меняется, ваш мозг зациклен, понимаете? Как вы хотите разбогатеть, если вы абсолютно ничего не меняете? Чтобы достичь того, чего у вас никогда не было, нужно делать то, что вы никогда еще не делали. Вы знаете, что между реальностью и воображением нету вообще никакой разницы. То есть, если вы смотрите на деньги и мечтаете о деньгах, для мозга это абсолютно без разницы. То есть, когда вы смотрите, например, на женщину, на голую, да, вы возбуждаетесь, и когда вы о ней думаете, вы тоже возбуждаетесь. Одни и те же процессы. Мозг это не различает. Так что запомните, это все работает. Думаете плохо о деньгах — вы отталкиваете от себя деньги. Думаете хорошо о деньгах — вы притягиваете к себе деньги. У вас плохое настроение — к вам притягивается стресс, тревога и прочие болезни. У вас хорошее настроение — вы хорошо себя чувствуете. Мозг посылает сигналы всему. И именно ваш мозг, ваше мышление изменит кардинально вашу жизнь и притянет к вам деньги. Я вам рассказывал принцип, походу не рассказывал еще, принцип с монетой, да? Как я сделал своему папе такой эксперимент. Взял две монеты, одну раскалил на плите, одна была холодной, то есть он сидел вот на столе, я взял ее в тиски, да, и начал разогревать. Он смотрит, смотрит на нее. И была холодная монета. Когда ты ее разогреваешь, она чернеет. Я тоже ее разогрел еще утром и отложил, спрятал. Она тоже была такой черной. И я перед ним разогреваю ее, разогреваю, разогреваю. Она уже такая красная, вся черная стала. И говорю: сейчас я тебя обожгу. И чтобы подменить монеты, я придумал такую фишку, чтобы окунуть ее в соль. Соль стояла внизу, и он ее не видел. А там уже была готовая холодная монета, чтобы подменить. Вот я кидаю эту соль, беру в тиски холодную монету и иду к нему. У него мозг настроен, что будет ожог. Он не знает о холодной монете. Монета холодная. Абсолютно холодная. И что вы думаете? Я прикладываю ее к телу, и он получает вот такой огромный ожог от холодной монеты. Я потом беру ее в руку, говорю: смотри, холодная монета. Взял ее, приклал к губам. Понимаете? Монета была холодной. Но мозг послал сигнал, что монета будет раскаленной. И все. У него была стопроцентная вера.
И он добился результата. Он получил ожог. Кто не верит, проверьте. Это работает. Это 100% работает. Проверьте с этой монетой. Только сделайте все максимально качественно, чтобы никто не заподозрил подмены. Самое сложное это было уговорить его на такой эксперимент. Он говорит, зачем ты меня будешь обжигать? Я говорю, ну нужно проверить. Ну тяжело было убедить. Вот и все. Так что все в вашей голове. Измените мышление, изменится ваша жизнь. И тогда в вашей жизни будет все, что вы пожелаете. И деньги, и богатство, и любовь, и счастье, и здоровье. И закончить вот такое вот вступительное видео я хотел бы афоризмом из книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Все начинается с мысли. Так что спасибо всем, народ, за просмотр, спасибо вам за поддержку. Подпишитесь на канал, подпишитесь на мой инстаграм, поставьте лайки этому видео. Всем спасибо, всем пока.